Я внутри башни. Эти башни строила одна семья за один год. Если башню не могли построить за один год, то семья облагалась позором, и башня оставалась недостроенной. Эти башни в 40-х годах разрушали НКВДшники, чтобы стереть историю ингушского народа. Заехал в так называемый город башен. Когда Чингис Хан захватывал мир, он сказал: я захватил полмира и Магас. Он сравнил захват полмира как захватом Магаза. Вот эта башня, это на самом деле захоронение. Туда шли люди умирать, когда чем-то болели. Если выживали, вылечивались, то возвращались обратно, чтобы никого не заражать. Вот там лежат настоящие останки людей. С этих башен, как я вам показал, высоких, подавались огни. И эти башни, они тут повсюду. С одной башни видно другую башню. И в итоге, если происходило нападение, то
на башнях зажигался огонь. И люди знали о нападении. Этот комплекс башен уже более благоустроенный. Тут выложена плитка, а остальные пребывают в полуразрушенном состоянии. Входа в эту башню не видно. Возможно, он под землей. Еще одна башня. Тут уже есть много отверстий. Видать, для круговой обороны. Вон там голубь обороняет. Похоже на засов. Там вдалеке видно еще башни. А в той башне, похоже, можем видеть, что некоторые башни устанавливаются. Как я говорил, каждая башня – это семейная башня. И, видать, кто-то чтит свои корни и решил установить дом своих предков. С утра я ничего не ел. А вот тут растет слива, так что буду завтракать. Свод у башни тоже каменный, как куполообразный, сделан как в церквях. Потолок, стены немножко закопченные. Вот эти камни по углам выступают. Возможно, вон там была печка. Очень интересно, если все это восстановят когда-нибудь. Свой первозданный вид. И интересно узнать, как тут был устроен быт. Как видно, идет восстановление еще одной из башен. Работа пока стоит, но, возможно, вон те молодые люди и занимаются восстановлением.
материал пещеры. Острый. С потолка капает вода. Хорошо сохранившаяся башня. Особняком от других. И две башни. Вот так, разными цветами. Возможно, установлены. Двери закрыты, но башня пуста. Понятно. Шел пояс. Они являются обязательными атрибутами к мужскому костюму. Юноша возраст 15 лет должен был опоясать телефон для детей с 5-7 лет, 9 футбол для взрослых и молодых. Спали как на вот таких деревянных марах, так и на полу, как и в полу деревянной, можно было спать. И матрасы использовали войлочные, как и войлочные одеяла. Внутри одной из башен. Эти башни, как и многие другие, были разрушены, но позже были установлены, и из них был сделан музей.